Любовь, понимание и верность – это главные заветы наших следующих героев. В преддверии Всероссийского дня семейного счастья и супружеской любви наша съемочная бригада посетила одну из дагестанских семей. Слово Хадиже Курбановой. Каждый день для Габибулы Баратова, как и для большинства людей, начинается с работы. Охраняет боец Росгвардии важный объект – дом правительства Дагестана. В здание не войдет ни один незваный гость. Управление вневедомственной охраны, которое представляет Габибула, гарантирует полный порядок. Работа для него привычная и даже ставшая обыденной. Но вот настоящая жизнь, по словам мужчины, начинается после дежурства. Дома, в кругу родных. Делать. Чтобы создать семью, достаточно полюбить друг друга. А чтобы сохранить семью, нужно проявлять терпение, уважение, взаимопонимание. Это как бы не так легко. Но наша семья вроде все это преодолевает, и мы стараемся, идем дальше. Преодолевает все трудности семья Баратовых уже 13 лет. Амир, Амина, Фатима и Лилашка. Старшему и единственному сыну 12, младшей и самой скромной 3 годика. Все они с нетерпением ждут прихода с работы отца. Ведь семейные посиделки самые интересные, признаются ребята. Долго, папа, жду. Долго ждешь? А что ты делаешь, пока ждешь? Я учусь, книжки читаю. Уже книжки читаешь? Много прочитала? Ну а сложнее всего дожидаться главу семьи с работы жене Габибулы. Работа у мужа опасная, считает Динара. Провожает всегда с волнением. Однако домашних хлопот у женщины хватает на целый день. И поэтому скучать не приходится. Для меня моя семья – это как бы крепость. Муж в нашем маленьком государстве является для меня опорой. Как бы я хочу сказать ему большое спасибо за то, что он, не жалея себя, как бы помогает мне во всем. Конечно, работа у него тоже не из легких, надо рано вставать. Как бы бывает, что поздно приходит домой. Главная забота родителей – воспитать в детях правильных, умных и хороших людей, делятся Баратовы. Что хоть и с трудом, но пока у них получается. Старший сын Амир хорошо учится в школе и мечтает стать архитектором. Ну а Амина – это гордость семьи. Девочка скромно перебирает многочисленные грамоты и демонстрирует нам свою главную работу – стенгазету о своей жизни. Вот только главными героями газеты стали члены ее семьи. Я участвую в разных конкурсах, и последний конкурс был «Ученик года». Там ты представила эту работу, да? Мы сделали эту газету. Угу. Про что эта газета? Про нашу семью. А почему ты решила вот именно семью показать вначале? Потому что семья – это самое главное. Праздник семьи Баратовы планируют отметить в поездке. У Габибулы начинается отпуск, который он с семьей проведет в Крыму. Такие путешествия для них не редкость. Каждый год в таком дружном составе они путешествуют по стране. Хадижа Курбанова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ. Махачкала.